кошмар. Можем поднять ее до 200 метров. Обелиск в Вашингтоне всего 169. Соревнование кто выше? Да кто вы? Гюстав Эйфель. Есть проект для всемирной выставки? Опять ты начинаешь. Не вижу смысла что-то возводить, чтобы потом сразу же снести. У вас на все есть ответ. Жизнь научила готовиться к сюрпризам. Здравствуй. Посмотри на меня. Надеялся больше не видеть вас. Эйфель. Слушаю. Мне нужна идея для всемирной выставки. Здесь нужен яркий и дерзкий ход. Башня. 300 метров. Целиком из металла. Это вызов гравитации и силам природы. Это символ. Это сам Париж. Его сияние. Место в мире. Он любит меня. Я могу уничтожить его. Вы мыслите слишком широко. Весь город против нас. Они посчитали, сколько смертей повлечет падение башни. Нужно повысить давление. Будет скандал. Об этом ты подумал? Мы сделаем то, на что еще никто не решался. Мы построим мечту. Эта башня, она для Франции. Говорят, что это невозможно. Но мы вместе ее начали строить и вместе закончим.